Всем доброго дня. Напишите, пожалуйста, по 10-бальной шкале, как слышно меня, как видно. Давайте с вами проверим связь. Угу. Отлично. Ну и по традиции давайте с вами проведем перекличку наших городов. Да, пока я представлюсь, меня зовут Яна Минасян, директор по развитию партнеров, предприниматель, проживаю в городе Кропоткин, Краснодарский край. Вижу, что у нас в комнате, да, Селоново-Украинская, Кемерово, Уфа. Кто еще откуда, напишите. Татарстан. Отлично. Поселок Кубань. Кропоткин. Знаю, что да, вот еще у нас есть Максим Горький. Ну, в общем, география, как обычно, обширная у нас. Поселок Гражданский, как и есть и крупные города, и маленькие населенные пункты, все одинаково удачны, успешны, да, хорошо зарабатывают в нашем проекте. А мне еще интересно узнать, кто сегодня у нас впервые. Поставьте единичку, кто у нас первый раз вот на подобном вебинаре. Вижу, да, отлично. Новички Ольга, Татьяна, Евгения. В общем, специально для вас, да, начинаем. В чем же суть нашей бизнес-системы? А вначале давайте с вами поговорим вот о чем. Да? Как вы думаете, что изменится в вашей жизни, если вы будете зарабатывать дополнительно к вашему основному доходу еще, да, 25, 50, 100 тысяч рублей и более? Как изменится ваша жизнь, что добавится в вашей жизни? Кто готов поделиться, пишите в чате. Да, наверняка многие из нас навсегда, да, уже сокращаются с кредитами, угу. Вот. Купят автомобиль, либо обновят старый, да, купят себе или построят дом мечты для себя, для своей семьи, и уже будут планомерно, да, планировать поездки с семьей, отдыхать в различные курорты мира. Да, для кого-то это, да, кредит, телефон, свобода, да, построить дом. Отлично. И, конечно же, для того, чтобы, да, все у нас было с вами гармонично, и наше колесо жизни катилось ровненько, да, не спотыкаясь, обратите внимание, купить диплом тоже можно. Так, далее, да, вот что, чтобы наше, да, вот колесо жизни катилось, не спотыкаясь, необходимо уделять время и, конечно же, своему здоровью, обязательно, и семье, да, и работе, и развитию, личной жизни, финансы, отдых, быт. А, да, чтобы максимально все было прокачано, а необходимо все это совмещать. То есть не выбирать или-или, а и это, и это, и то, и это. То есть сбалансированно планировать свою жизнь. Но это можно только делать тогда, когда вы сами хозяева своей жизни. То есть вы не наемные работники, а можете планировать сами свой день, свою жизнь, да, и так далее. А для того, чтобы, да, это сделать, мы предлагаем бизнес-модель. Эту бизнес-модель создали команды предпринимателей, работающих в сети интернет. Это семейные пары, вы видите, да, они совершенно разные, но все одинаково успешные и интересные, да, по-своему. Что же это такое, да? И почему же мы выбрали интернет? Как сказал Билл Гейтс еще в 2000 году, да, немного так перефразируя его фразу, он сказал, да, если у вас нет бизнеса в интернете, значит, у вас просто нет бизнеса. А это понятно, да, потому что благодаря интернету мы легко оплачиваем коммунальные услуги, да, общаемся с нашими знакомыми по всему миру, делаем покупки, получаем обучение, да, и ведем бизнес. И, конечно же, многое-многое другое. Так как наша жизнь ускорилась, времени остается очень мало, интернет нас очень выручает. И можно успевать все-все, да, многое в единицу времени. И это понятно, да, почему мы выбрали интернет. Потому что большинство пользователей в России с каждым годом все больше и больше пользуются интернетом. Все лучше и лучше, да, техника у людей, лучше связь. И таким образом легче сообщение. Вот обратите внимание, 2008 год.
Примерно, да, вот в это время мы с супругом начинали нашу деятельность, наш бизнес, да, вот вместе с партнерством с компанией, с которой мы сотрудничаем. И всего лишь 25% людей были активными пользователями сети интернет. И вы видите, с каждым годом все больше и больше процент повышается. И в прошлом году специально, да, подсчитали статистики, что более 70% людей сейчас активные пользователи. И это очень заметно, потому что даже вот взять за год статистику, все больше и больше людей, благодаря тому, что многие люди, да, активные пользователи сети интернет, бизнес у многих поднялся очень-очень на высокий уровень. Расскажу, да, про нас немного, с супругом мы сотрудничаем вместе, у нас семейный бизнес, и по сравнению с прошлым годом наш бизнес прирос на 100%. Это тоже о многом говорит. А вот еще график доходов по секторам. Напишите, кстати, пожалуйста, кто вот в этой комнате еще пока ходит на наемную работу. Поставьте плюсики. Я также ходила на наемную работу, закончив институт, получив диплом. У меня была задача найти хорошую работу, вот, и работать. Ну, так как учила нас наша семья, наше государство, в принципе, об этом речь шла и в школе, и в институте, да, нас никто не учил быть предпринимателями. Конечно же, у меня тоже есть опыт работы на наемной работе, но всего лишь один год, потому что как раз-таки параллельно с этим у меня супруг уже начал деятельность, да, развивать бизнес. И мне было с чем сравнить, поэтому я в итоге, да, приняла решение в сторону бизнеса, да, своего дела. Вот смотрите, да, вот будучи на наемном труде, времени катастрофически не хватает. Получается, да, рабочие графики у всех разные, но вот у меня был с 8 до 5, получается, я привязана к рабочему месту. И, по сути, вот моя жизнь на работе, да, после работы уже хочется чего-то такого отдохнуть, да, домой быстрее. Вот и вся жизнь, дом, работа, дом, работа. Отсутствие стабильности, да, хотя многие говорят, что найди работу, она стабильна, можно быть в ней уверенным. Но время показало, что наемный труд нестабилен, причем нестабилен на разных должностях, нестабилен таким образом, да. У меня знакомая в прошлом году работала за 15 тысяч, ходила на работу, а в этом году ходит за 10. Напишите, пожалуйста, какие средние доходы в вашем регионе? Зарплаты. За сколько ходят люди на работу? Вот целый месяц, да, человек ходит, получив в конце, в итоге 10 тысяч рублей. 15, да, вот средний доход. 15, 20, 30, 40, да, если это крупный какой-то город, Санкт-Петербург, допустим. Ну и расходы, соответственно, более высокие. А вот в итоге, да, к чему человек приходит? Работа в 20, 30, да, получается, что к чему человек приходит? К маленькой пенсии. Угу. Маленькой пенсии, да, вот тем, чем готово государство обеспечить старость. Но если мы сейчас с вами не позаботимся о своем будущем, то ни для кого не секрет, да, у кого какая будет пенсия. Сейчас это в среднем 8 тысяч рублей, даже ниже дохода, да, получается, доходы, за которые ходят люди на работу. И уже сейчас необходимо задуматься, да, взять, как говорится, жизнь в свои руки и начать действовать. Так как, открыв свое дело, да, про которое я вам сейчас расскажу, в принципе, каждый может, да, взять, как говорится, и начать. Потому что все доступно, все легально и все прозрачно. С нуля повысить свои доходы на те уровни, которые вам необходимы. Так, Любовь пишет, 12-15 тысяч, так поняла, да, средний доход. Не нахожу дохода и оплату, и на кого-то, и на себя ничего не найду. Вот, как раз таки, сейчас я, Любовь, вам расскажу, да, что необходимо для работы, чтобы уже сейчас начать действовать, работать уже на себя.
прекрасный возраст. Моей маме в этом году исполнилось 55 лет, да, вот как раз таки человек вышел на пенсию. И скажу так, что если у вас есть желание обучаться, то вы всему научитесь. Что необходимо для работы? Это интернет, стабильный интернет, да, компьютер, ноутбук или планшет. Программа Skype, да, для быстрой связи, качественной связи. Конечно же, желание обучаться, искать, да, в жизни что-то, ну, быть постоянно вот узнаваемым. Да, мама уже менеджер. Так, и желание зарабатывать. Договорились? Вот эти 5 пунктов, если вы поставите напротив каждого пункта галочку, то у вас все получится. Обратите внимание, да, что с каждым годом интернет-покупки набирают популярность. А вот кто вот в этой комнате, да, вот уже из новичков, да, вот желательно, ответьте, пожалуйста. А кто пользовался услугой, да, вот интернет-покупки через интернет-магазины? Какие-то покупки вы совершали или совершали ваши знакомые? Напишите, пожалуйста, поставьте плюсики, если это так. Угу. И я каждый день спрашиваю у людей, да, с которыми я общаюсь, с которых я собеседую, я задаю вопрос, а в чем выгода этих покупок? Почему все больше и больше с каждым годом люди пользуются этой услугой? И мне каждый раз люди говорят одно и то же. Экономия времени, есть выбор, да, ассортимент, цены ниже, доставка на дом. В общем, масса различных плюсов. Но все равно многие пока ходят еще по старинке в магазины. Вот наша задача будет перевести людей из обычных магазинов уже в свой собственный интернет-магазин. Покупая продукцию в обычных магазинах, человек... В чем проигрывает? В том, что там огромная наценка, вот, да, вот более 1000%. Пока продукт доедет до конечного магазина, десятки рук его там, да, накрутят. Реклама, зарплаты, аренды, все ложится на товар. И мы за это все с вами платим. Вот, но еще, да, один факт очень важный, то, что в процессе этой транспортировки может быть эту партию, да, проникнуть, так скажем, подделка или просрочка, да, в общем, некачественный товар. И мы с вами, приходя в магазин, всегда играем в лотерею. Угадал, не угадал, да, бренд, не бренд. Поэтому, чтобы себя обезопасить, намного выгоднее покупать напрямую у производителя. Да, вот пишет мне Татьяна, помогает. Удобнее и в интернете все найдешь, что захочешь. Согласна. Еще, да, вот, кстати, хочу вам тоже сказать. Получается, все вот эти плюсы перечисляет человек, и я добавляю, что, а еще, да, прекрасная возможность начать свою деятельность, начать зарабатывать вместе с партнером, производителем, сотрудничать с ним, при этом быть и клиентом, и партнером, да, зарабатывать деньги. Наш партнер – это ООО «Oriflame Cosmetics». Почему мы выбрали «Oriflame»? У компании богатый опыт, да, вот будущий год будет юбилейный, 50 лет работы, мировой работы, да, вот на рынках. В нашей стране 20 лет. То есть компания пережила не один кризис, у них целые программы такие антикризисные, они легко выживают, сложные времена всегда выходят победителями. Это уже проверено, как говорится, и нашей семьей, и десятками, да, вот наших знакомых, которые вместе с нами начинали. Масштабность компании, да, более 60 стран мира. То есть мы с вами, да, не выходя из этой комнаты, скажем так, из своего дома, сидя за компьютером, можем вести бизнес с людьми из разных стран мира. Не только нашей страны, но и других стран. А товарооборот в год более 1,5 миллиарда евро. Это огромная цифра, да, огромный товарооборот. У компании свои фабрики, свои центры сельские. Раскрученный бренд, узнаваемый бренд. И ассортимент более 1500 наименований. То есть каждый из нас выберет то, что по душе, то, чем будет пользоваться ежедневно. Это средства и товары, и средства гигиены, и парфюмерия, и аксессуары, и продукты питания, продукты для здоровья. В общем, то, что необходимо в каждом доме, то, что заканчивается. Прекрасный продукт для бизнеса, продукт, не требующий рекламы, не требующий каких-то спецзнаний. В общем, все доступно. А почему выгодно с компанией сотрудничать? Надежный партнер, да, проверенный нашей семьей, временем,
премии, да, от 1000 до 1 миллиона компания выплачивает. Также мы убедились в этом, да, получив супругом в начале каждой по 1000, да, потом, когда мы объединились, и у нас стал семейный номер, мы получили 2000 долларов в подарок по курсу, да, вот какой был раньше курс, сейчас курс, компания все оставила в долларах, и вы понимаете, да, что сейчас 1000 долларов очень отличается от той 1000, которая была год-два назад. Понимаете, знаете, о чем я говорю? Поставьте плюсики. Сейчас очень выгодно забирать эти премии в долларах. 17 зарплат в году. То есть каждые 3 недели мы получаем свой доход. Путешествия за счет компании Oriflame также предусмотрены. И это от 1 до 4 раз в год в разные страны мира. Компания полностью оплачивает, да, вот перелеты, проживание, питание. И очень качественно к этому делу подходит. Для того, чтобы мы с вами были очень довольны и счастливы, вернулись полны сил, энергии для того, чтобы наш бизнес еще более процветал. Широкая автопрограмма, да, вот на любого автолюбителя есть автомобили. То, что предлагает компания, ну и уже зарабатывая хорошие деньги, вы можете выбирать то, о чем мечтали, да, на чем мечтали вы ездить. А что же такое Oriflame сегодня? Это бизнес-ноутбуки. Очень удобно, если вы переезжаете, да, в другой город, то ваш бизнес переезжает вместе с вами. Нет территориальной привязанности. И я всегда спрашиваю в начале своего выступления, да, про то, где мы с вами сейчас находимся, да, у каждого свой регион. И мне всегда приятно видеть, что мы все из разных регионов, но легко общаемся, да, вот в этой комнате, либо в скайп-чатах, в ватсап-чатах. Для нас расстояние уже не помеха. И получаем при этом дистанционное обучение. А мы сами составляем свой рабочий график, исходя из своей жизни, из своего, вот любых у нас из Оренбурга, прекрасно, свой рабочий график, исходя из своего ритма жизни, исходя из своей скорости, из-за своей занятости. И сами выбираем свой уровень дохода, что тоже очень приятно. Вот за что именно Oriflame платит нам деньги? Вот в чем заключается суть сотрудничества с компанией Oriflame? Это в создании товарооборота для компании, в построении потребительской сети, то есть где люди будут брать то, что им нужно для себя, для своей семьи, и столько, сколько им необходимо, и тогда, когда им нужно. То есть получается, независимо уже от нас, люди берут для себя продукцию, да, и делятся своими эмоциями, впечатлениями. Получается, что таким образом они приглашают людей в свою организацию для того, чтобы тоже они могли пользоваться продуктом. И те, кто будут это делать осознанно, да, сотрудничая с компанией, развивая свою сеть, компания будет готова, да, делиться своей прибылью, платить, выплачивать проценты. Вот такой небольшой пример приведу. И скажу так, что я уверена, что вы этим бизнесом занимались до нашей встречи 100%. Почему я так уверена? Потому что наверняка каждый из вас кому-то что-то советовал. Хорошего парикмахера или врача, или хороший отдых, да, хороший отель, либо, ну, что вы советовали, напишите, пожалуйста, в чате. Хороший садик для своего ребенка, интересный фильм, да, в определенном кинотеатре, чтобы человек мог просмотреть. Согласны со мной? Только за это раньше никто вам ничего не платил. То есть ваши довольные знакомые, друзья, родственники пользовались этими услугами, создавая товарооборот для ребят, да, скажем так. Вот. А компания Oriflame пошла дальше. Она готова еще и делиться своей прибылью, заинтересовывать нас. Да, вот магазин рекомендовали, одежду, заправку. Угу. Вот, компания делится с нами на своей прибылью, заинтересовывая нас, да, делиться еще больше прекрасными возможностями с людьми для того, чтобы они сейчас, да, в непростое время для многих, уже начали с нуля развивать свое дело, свой семейный бизнес. Угу. Маша советует тушь из Oriflame. Вот, еще мы также учим советовать те возможности, которые компания нам предлагает, да,
доход, заработок основной или дополнительный. Вот, что же делать? Первое, что необходимо делать, это расширять партнерскую и клиентскую базу. То есть в вашей организации будут люди, которые будут просто брать для себя продукцию домой, для своей семьи. Будут те, которые будут продавать, да, те, которые нравится это делать, которые будут показывать каталог и собирать большие заказы. Но будут и те, которые будут партнеры, которые будут двигать этот бизнес, которые будут расширять эту сеть. Все важны, все нужны. И мы дадим вам современные инструменты для привлечения клиентов и научим ими пользоваться. Во-первых, это социальные сети, в которых, да, где сейчас люди находятся, в социальных сетях. То есть там, где есть люди, там мы и работаем, приглашая людей на собеседование к нам. Да? Вот Любовь спрашивает, где брать этих клиентов в интернет-магазин? В соцсетях, это и ВКонтакте, и Фейсбук, и в Одноклассниках, и в Инстаграм, то есть там, где есть люди. У нас нет задачи их уговорить, навязать, притянуть, ни в коем случае. Наша задача их заинтересовать. А вот хороший вопрос, как, да? Для этого есть у нас специальное обучающее видео, и как раз таки сейчас вот я закончу нашу презентацию и продолжит Алла Медведева, да, наш, вот как раз она подсказывает мне, что она и расскажет, как это делать. Договорились ли вы? Чуть потерпите. Вот. И нам помогут также поисковые системы Яндекс и Google, видеоканал YouTube. То есть масса инструментов для того, чтобы ваша партнерская клиентская база росла. Второе, да, правило, что необходимо делать, это личное потребление. Просто сменить магазин на свой собственный. То есть у вас получается уже будет свой магазин, где у вас будет постоянный дисконт 20% на каждый продукт и высокое качество от производителя. Постоянные акции, скидки, подарки. То есть нам с вами выгодно брать у самих себя очень выгодную продукцию, качественную продукцию для личного пользования. Третье, станьте профессионалом. Для этого необходимо обучаться. У нас есть обучающий сайт tr-ori.ru. Да, рекомендую вот вам сейчас его записать и зайти просмотреть, что в нем находится. Также оформить подписку на канал в YouTube. Называется он «Территория роста». То есть все наши видео записываются и потом в дальнейшем выкладываются на канал «Территория роста» для просмотра, да, многоразового просмотра. Также используем мы вебинары, да, вот ежедневно в 14 и в 19.00 по Москве. Мы для вас в прямом эфире рассказываем, да, про возможности для наших новых партнеров. И вторая часть вебинара – это какая-то тема для обучения. Как раз-таки для того, чтобы напрямую вопросы задавать, да, вот как это делает любой. И у нас всегда, у нас правило в команде для наших новых партнеров. Вот чем больше вы задаете вопросов, тем быстрее вы поднимаетесь по карьерной лестнице. Это закон. И в последнее время очень много людей начало задавать вопросы из нашей организации. И я вижу, как они, да, вот с каждым днем все лучше и лучше у них получается, и растет их бизнес. Да, сейчас 14 по Москве я провожу. А также книги. Что из книг я могу посоветовать? Запишите, пожалуйста, это... Называется книжка «10 уроков на салфетках». Это вот анатомия этого бизнеса вообще, вот как работает, да, сетевой бизнес. Плюс еще общение с лидерами, с людьми, которых получается, которые растут, которые зарабатывают. Всегда очень полезно и всегда вот поучительно. Плюс выездные командные мероприятия. А так как мы с вами все сидим, да, за компьютером, работаем в интернет, видим друг друга на аватарочках. И, конечно же, не сравнить те эмоции, когда мы встречаемся вживую на наших командных выездных мероприятиях. Были знакомы заочно, а теперь как бы, живые эмоции, их ничем не заменишь. Да, вот кто согласен, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто уже испытывал эти эмоции, встречаясь на выездных мероприятиях с теми людьми, которых видел на вебинарах, с кем не был знаком до этого. Это очень круто, действительно. И ближайшее наше мероприятие, кто еще пока не записался, кто еще пока не знает, это Краснодарский край, город, да, вот Горячий Ключ, у нас
турбаза Межгорье, даты 22-24, те дни, когда мы будем все вместе. Мы будем все вместе, да, это будут 3 незабываемых дня с проживанием, с трехразовым питанием, с прекрасным таком лесу, где растут елка, рядом пальма, то есть такой у нас климат там очень интересно. Обычно выезжаем с семьями, да, очень много деток, причем они там, у них своя деятельность, они там бегают по дорожкам, таким, да, вот играют, знакомятся. Взрослые занимаются там своими делами, общаются, обмениваемся опытом. Да, у нас традиционно просмотр на открытом воздухе, да, это у нас какое-то кино интересное, поучительное, обучающее. Банкеты, дискотеки, утренние зарядки. В лесу у нас веревочный курс для командного такого сплочения. В общем, 3 дня незабываемых онлайн. Ну, к сожалению, думаю, что онлайн не получится, потому что там со связью будут сложности. Вот. Кто уже принял решение ехать, поставьте плюсики в чате. С кем мы увидимся на этом выездном семинаре? Кто с нами? А я пока расскажу, что делать дальше. 4-й шаг – это обучать свою команду. То есть то, чему вы научились, вы уже легко можете, да, вот этому же научить уже своих партнеров. Таким образом, делать все в команде. В команде все делать легче, быстрее. Да, каждый партнер достигает своих поставленных целей. И, конечно же, он, работая в команде, есть общая командная цель. Чтобы каждый партнер, да, был заинтересован в развитии вашей деятельности. Так, ну вот я вижу Ольга, Ирина, Анжела, Татьяна, Ольга Новикова, с кем мы встретимся на семинаре. Немного расскажу про нашу систему работы, да, вот про наше командообразование, каким образом это все происходит. То есть новый партнер, когда он приходит в нашу организацию, мы его присоединяем под последнего партнера и всей уже командой помогаем наращивать организацию. Когда новый партнер уже включается в работу, он также помогает и наращивает организацию, да, вот выстраивая партнеров в такую цепочку. Напишите мне, пожалуйста, в чате, в чем преимущество такого построения? Почему именно так мы делаем? Хотя можно и по-другому, да, можно солнышком всех выстраивать. Быстрый рост. То есть каждый каталог у человека прирост как минимум 1% уровень. Эти процентные уровни вы видите 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22%. Это процент, который компания возвращает вам от товарооборота. То есть чем больше товарооборот, тем больше процент. Цифры 150, 450, 900, 1800, 3000, 5000, 7500 – это баллы, условная единица. Так как компания у нас международная, в разных странах разные валюты, чтобы нас приравнять, компания придумала баллы бонуса. То есть получается, 1 балл бонуса – это примерно вот 35-36 рублей. Вот. И таким образом, да, вы можете легко товарооборот посчитать, сколько необходимо, чтобы был товарооборот ваш командный, и такой процент компания вам на команду выплачивает. А вот таким образом люди в этой цепочке, в этой морковочке, да, мы так называем, очень быстро поднимаются по этим ступенькам, забирая, да, вот 3, 6, 9, 12%, 15, 18, 22%. Дойдя до уровня 22%, сейчас мы к этому вернемся, пока расскажу, что человек в это время делает, пока он в этой обучающей ветке растет, да, он лично потребляет продукцию, пробует, да, ищет свои любимые продукты, активно создает поток, то есть хотя бы одного человека в день на собеседование, это такая задача в нашей команде, необходимо, чтобы человек находил и приглашал. То есть такие презентации нашего бизнеса, собеседования мы проводим по телефону, по скайпу с людьми из разных регионов. Вот. А затем выводим уже на такие вебинары, чтобы они уже послушали информацию от других людей, да, наших партнеров по команде. То есть посещение вебинаров.
овладении онлайн-инструментами для того, чтобы все у него получалось, да, в процессе работы. При этом, да, человек получает 20% скидку, это постоянный дисконт на любую сумму. И премьер-клуб, это уже делая 150 баллов лично, человек получает скидку от 32% до 52%. В зависимости, на каком уровне находится вот на этой ступеньке, на этой карьерной лестнице. Ну и плюс карьера, конечно же, от 3 до 22%. И вот идем с вами дальше. То есть выйдя уже на уровень 22%, овладев всеми навыками, всеми секретами развития этого дела, этого бизнеса, вы уже можете дублировать и выстраивать вторую организацию под собой таким же образом. Третью, четвертую, пятую, шестую и до бесконечности. Это очень выгодно, потому что за каждую такую организацию, за проделанную вами работу, по сути тренерскую, работу учителя, да, вы вложили свои силы, энергию, эмоции, знания, опыт, а компания вам выплачивает бонусы от 5% от бонусов каждой, да, вот этой веточки 22%, до бонусов из глубины. Скажу так, да, что вот одна такая организация делает минимум, да, чтобы она вышла на уровень 22%, необходимо минимум, чтобы товарооборот был у этой организации 250 тысяч рублей. Вот с такого товарооборота компания готова вам 5% выплачивать. Это ваш пассивный доход, по сути, там, ваша пенсия в Oriflame. И для того, чтобы, да, уже премии собирать, получается, выращивая эти организации 22%, вы еще получаете и премии. 1000, 1500, 2000, 4000, 6000. Да, вот в этой схеме 6 партнеров, 6 организаций. Вы суммарно все эти премии собираете. Плюс ежегодно банкет директоров в городе Москва на 2 лица, на 3, с уровня бриллианта даже уже на 3 лица. А конференции за границу ежегодно от 1, да, до 2 уже раз в год с уровня бриллианта. В общем, масса всего. Вот вы мне написали, спасибо, что это и быстрый рост, и вместе веселее, да, и доход, и командная работа, и это надежность, да, и мотивация. Вот, и премия по плану успеха, а также от менеджеров доход. Вот. Что же делать сейчас вам, да, если вам это наше предложение интересно, и вы приняли положительное решение, то уже после сегодняшней встречи, что я вам рекомендую? Обратиться к человеку, который вас пригласил, и познакомиться с вышестоящим менеджером или директором, активировать свой личный кабинет, разместив в нем любой заказ, получить и выполнять первые инструкции, ежедневно быть на связи с человеком, который вас пригласил, и посещать все обучающие вебинары по расписанию. Ну, плюс ко всему, как я уже говорила, задавать очень много вопросов. Любых глупых вопросов не бывает. Поэтому чем больше, тем лучше. Вот, а на этом у меня все. Спасибо за ваше внимание, за вашу активность и обратную связь. И я передаю слово уже Алле Медведевой, нашему растущему менеджеру в нашей каталоге, уже старшему менеджеру. Встречайте, Алла Медведева.